Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Бравл Старс. Такс, значит, опа-на. У нас за мистера Пи победить 15 врагов. Кстати, это хорошо, потому что я мистера Пи прокачиваю. Ну, по крайней мере, пытаюсь прокачать. Он у меня уже какого там уровня? Третьего. Так, заходим в квесты. У нас есть, так, парное столкновение или горячая зона. Выиграйте броубол или парное столкновение. Блин, можешь в броубол попробовать. Давай попробуем в мое самое нелюбимое, это броубол. Супер пляж. Эх, была не была. Будем начинать с самого сложного для меня. Мистер Пи на футбольном матче. Блин, этот Фрэнк опять здесь, да достал он. Я, ребят, прочитал ваши комментарии, да. Вы мне написали, что вы там ужесточили. Усилили, так скажем. Тихо. Лови, биби. Молодец, красава. А где они все? Мы их все... Во! Молодчик. Это мы их так быстро расклепали и... Погнали. Блин, они сейчас нападут. Нет! Не нападут, друзья мои. Кишка у них тонкая. Слушай, нормально. Нормально раскрепали. Я причем 4-й уровень получил. И тут еще и задание выполнил. Такс, замечательно. Ну, понятно, редкая звезда, что мне еще тут может выпасть. Так, мы еще получим сейчас билетик. Давай, быстрее. Время уже спать, пора, блин. Так, и тут еще звездочка. Мифическая. На тебе 200 сил. Блин, у меня и так этих сил уже 6000, там с половиной, по-моему. Они мне все эти подсовывают. Так, давай посмотрим еще по квестам. Нам надо сделать... Так, столкновение или нокаут. Вот в нокауте можно. Да, тут, кстати, два задания, друзья мои, в нокауте. Поехали, попробуем вот он, вот нокаут. Будем прокачивать Пи и заодно зарабатывать билетики. Все как полагается. Правда, не знаю, как он в нокауте будет себя чувствовать, этот мистер Пи. Тут броубол, блин. Да. Что-то там, по-моему, лежит, нет? Там, по-моему, лежат одни трупы. Да, тут, конечно, мы что-то... Дали им джазу. Брок. МЗшка не успела убежать, ее там просто заколупали. Посмотри. Такая бежит. Да. Не допоказали. В общем, она убежала, ей сзади. Что, как тусенок влепил, что мы подсрачника ей там кинули. Играть снова. Эти я не успел нажать. Ладно. Как ты смеешься? Такой, блин, честно говоря, раздражающий персонаж. Ну-ка, по крайней мере, для меня. Оу, ноу. Блин, вот у меня вот это вот Покка. Рика навскидку, да, кидает? А кто у них там? О, у них там еще. И остался... Нет, уже никого не осталось. Слушай, ну мне нравится почему-то вот, ребят, не знаю. Может быть, конечно, это поначалу таких легких бойцов дают. Но Рика дает, так сказать, просраться этим. Они вот здесь вот, ребят, сидят. Как, кому я это говорю?
Так, там где-то еще Рика, вот он. А я колокольчик вызвал. Сейчас мы эту Пэмочку-то с тобой раз... Да куда ж ты бросаешь-то, дуримар? То есть я ее как бы здесь законтрил, да, что ей не двинуться. И там. И там мы с тобой ей дали дрозда. Так, шестой уровень, ребята. Так, нам нужно нанести 100 тысяч единиц урона. И, кстати, здесь тоже 100 тысяч единиц урона. Так, и здесь скоро мы получим с тобой награду. Поехали. Нокаут рулит пока. Пока рулит. Пока мне везет, ребят, с компаньонами. Блин. Ну вот тут вот, я не знаю, если это только цветочник сможет что-нибудь сделать. Пойдем попробуем. Тут Пайпер для меня самая такая противная. Она вон там прячется, я ее вижу. Ну куда? Ну что? Ну я один против них, ну... Он где-то там. Есть. Это хорошо, что ульта сработала. То есть этот... мы его, как сказать тебе... Ну, чё-то вообще. Да, этот чемодан, который он бросает, это какая-то жесть. Вот, серьезно говорю. Жестко он разбирается с... Нифига себе. Ну, тут сейчас мы с тобой билетик-то получим. По первое число. Ну, не, никакой легендарки. Никакой, друзья мои, легендарки нам тут не светит. Так, ну зато билетик. Даже два билетика. Опа-на. Так, друзья мои, мы все ближе и ближе к воронку. Правда, мне кто-то сказал, что возьми там Рэй, если кто-то будет другого кого-то. Всего-то 200 монет. Тут 100 силы, как бы. Вот это, да, вот это вещь, ребята. 8000 кубков. 8000, я только до 8000 кубков добираюсь. А кто-то мне говорил, у кого-то там уже 20000. Еще, фиг знает, еще при царе Горохе это все было. Ну, а я вот так вот потихонечку. Так, мне нужно еще 6 врагов, друзья мои, бомбануть. И дуэли или нокаут. Ну, понятное дело, что лучше пока в нокауте. В дуэлях я полный профан. Не профи, а профан. Кто там? Чё там? Блин, это тоже тут, ребята, бомбардир плюс Эдгар и Динамайк. Да, ну у нас тоже есть кидальщики, как говорится. А он что, один остался? Что ж такое-то? Нет, это круто, конечно, что мы их так быстро разбираем, но очень подозрительно. Досиделись, дурачки в кустах. Просто застанили их там. Да. И у нас мистер Пи получает 7 уровень. Так, нам еще нужно с тобой 5 врагов. Ты. Давай, погнали, че ж там. 5 врагов. Ну, в принципе, за матч, если хотя бы одного будем подбивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я смотрю, вот этот вжик, ребята, вот этот вот. В последнее время тоже очень часто присутствует в игре. В комментах можно написать, хороший этот вжик или нехороший. Он там Пайпер. Надо туда закидывать, блин, как-то. Хорош. Сейчас как-то так внезапно их. Они, видишь, они сидят в кустах, ребята, а нам не надо, грубо говоря, в кусты тут даже. Мы просто вот так вот бомбы забрасываем. И все. И все.
проще пареной репы. Снежок вот этот вот тоже неплохой, кстати. Со своей способностью замедления. Опа, 8-й уровень уже. Так, 8-й уровень, нам нужно еще... Подожди, подожди, а мы за мистера Пи уже, по-моему, сделали, да? Нет. Нам... Подожди, я что, ни одного бойца, хотите сказать, не подбил за это время? Вот я... Мне оставалось 5 бойцов, и до сих пор 5 бойцов. Блин, как-то очень-очень странно. Почему мне постоянно сюда с краю ставят, блин? Брок, пошли, не спи. Так, вон они там вдалеке. Ой! Мне одному-то будет тяжковато с ними, друзья. Вжик пришел. Ну да, блин. Да эти лохи, блин, сдохли, блин, раньше времени, блин. Этот Брок вшивый, да Нита, этот идиотина, блин. Куда вот лезешь-то, ёб просто ты, блин. Бля, Брок болван, просто болван. Ну! Ну... А, у меня этот, понял. Давай, стреляй этого. Я буду, блин, удивлен, если сейчас... Нита, ну он палит, а ну... Смотри, 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 смотри. Сейчас эту... Прикинь, мой этот его подбил. Ну, ты понял, короче, кто. Да, в общем, всем все было ясно. Идиоты сунулись, как всегда, блин. Придурки, ну просто придурки, ребят, ну. Да, мистер Пи, я тебя прекрасно понимаю. Да, он и конченый просто. Нахера туда лезть-то, ёпрсты, они же видят, что они у них навесные, блин, знаете, нет, они бегут туда. Особенно это Нита, блин. Так, ну тут... Вот этот гад меня тоже раздражает. У него снаряд, ребята, он стреляет снаряд, он разлетается на 4. Это, конечно, блин, просто бесевая фигня, на самом деле. Прям раздражает. Вот то, что он сейчас делает. Так. Да, а морозилка нормально. Морозилка здесь хорошо сработала. Так, 3 подбил, ребят, 3. Значит, еще остается мне 2. А, 1 даже. Так, и мы с тобой билетик получим. А что у нас там на билетике будет? Ай. Зато звезду получим. Вот что я тебе скажу. И надеюсь, она будет легендарная. Да тоже, ребята, легендарная звезда. Это не говорит ровным счетом ни о чем. Ну, звезда, да, звезда. По имени Солнце, блин. Погнали нафиг. Так, у них там... Да, да, да. Допрыгался кузнечик. Так, муха. А муха тоже допрыгалась. Остался тик. Нервный. Это кто у нас? А, это же Шелли. Ну, Шелли, да, в ближнем бою, ребят. Сам ощутил в прошлой игре на себе
эту Шелли. Ха-ха-ха, было бы сейчас вообще круто, ребята. Рика так нормально сделал, вообще читкашный, я бы сказал бы. Дай ему кранты. Тик, это беспонтовый чувак, особенно когда он остается один. А Шелли, да. Шелли там с дробовичком своим. Нормально так дала ему дрозда. Так, только не говорите, что я никого здесь не подбил и не получу супер свою награду. На, сверхредкий. Да что же вы мне все силами-то закармливаете этими? Так, погоди секунду. Я, значит, все-таки не подбил? Да, ребят, я не... Ох, у нас тут Бул, Брок или Эш. Кстати, Эша, ребята, надо прокачивать мне. Как бы это ни звучало смешно, Эш... Это новый персонаж у меня, который недавно... Он, по-моему, один из последних появился у меня. И мне надо его прокачивать. А это кто такой? Это 8-битка? По скинам... А, кактус! Это кактусенок, да? Или кто? И сзади этот мой летит, стреляет по нему. Его. Вот, серьезно говорю, этот вот вроде маленький, да, такой кажется. Но такой, ребята, он столько им проблем создает. Так, минус псих. А что это за хламон такой? Ауч! Ну вот, ребята, вот, допрыгались. А я против Эдгара ничего не могу сделать. Дебилыч этот, блин, тоже туда. Нафиг он туда сунулся, ты мне объясни. Ну! Рика! Хорош. Так, остался один где-то, ребята, с плазмопушкой, с этой дурацкой. Давай, расстреливай его там. Есть. И, по ходу дела, я опять, да, никого не подбил? Не, ребятушки, тут уж, извините, троих как с куста. Победить врага. Так, ну что, берем билетик и звездочку сразу же, да? Так. Так. А какую звездочку я жду? Какую, скажи мне на милость, я жду эту, что ли, звездочку? Тут уже все, ребят, тут уже нет никого. Так, ну что, мистер Пи, ты очень великолепен. Ты сегодня прям меня порадовал, если честно. Теперь вот я хочу, ребят, попробовать взять Эша и посмотреть его, пощупать, так сказать. Я его немножечко прокачаю, с вашего позволения, чтобы он, ну, хоть что-то мог делать. Здоровится немножко. Так, Эш занимается самой грязной работой — уборкой парка. Мусорный бак служит ему доспехом, защищая от крысиных укусов и битого стекла, но не улучшает настроение. Но не улучшает настроение, да? А по квестам мы с тобой выполнили уже. Так, ну тут горячая зона есть. Зачистка. Горячая зона, горячая. Слушай, три горячих зоны. Давай горячую зону попробуем. Зря, наверное, взял Эшан для горячей зоны. Тем более еще, ну, басовского такого. Я даже еще не знаю, что он умеет. Как он вообще, как за него играть. А, одна зона у нас. Взял тоже, блин. Что он делает? Да он ближник, что ли?
Но тут, по-моему, чистая победа будет, друзья мои. Да, Эш, конечно, такой довольно специфический, блин, персонаж. Я тебе так скажу. Да, довольно специфический персонаж. Обидно то, что у него ближний бой. Ну, как-то такое, знаешь. То есть он должен подходить практически вплотную и бомбашить своей этой шваброй. Так. Ну, тут, да, тут... У них Брок, все дела, блин. Вон мусорные баки с рыбой тухлой лежат. А почему-то в этой девчуле так мало здоровья. Вот ее застанили, и она стоит как дура. Так, крысы мои, если что, сейчас побегут на врагов. Что он говорит? Я хочу мясо. Он говорит, я хочу мясо. Дай, говорит, мне мяско. Дай, говорит, мне мяско. Все? Прекрасно. Да. Но по сравнению с мистером Пи, он тихо курит в сторонке. Признаюсь тебе. Крысы, да, то, что крысы его спасают. Эпик. Джесси. Ну, вот тысяча монет, это уже по-нашему. Так, ребят, мы там выполнили с тобой. Побей 15 врагов в режиме зачистка. В режиме ограбления. Горячая зона и зачистка. Ну, я, наверное, продолжу горячую зону, друзья мои, бомбить. Надо уже добить ее, как говорится, и за Эша пройти, и за... этого и пойду отдыхать, потому что на работу, ребят, с утра уже время 10 вечера. Так что засиживаться сегодня не буду. Я сегодня и так очень много наиграл, особенно на втором канале, ребят. Можете заходить, смотреть. Там очень много новых игр. А вы можете проголосовать за какую игру, потому что их слишком много там будет. И какую игру мы будем проходить, можете написать. У них тоже Эш есть. Нормально так, да? Бумкнуло. Это боты, по ходу дела. Сокол, я не знаю. Ну, что-то ты там был, конечно, уж чересчур, конечно, борзеть стал. Борзеет. Там что-то вообще раздухарился. Еще и выжить умудрился. Ну давай добьем уже. Тут 93-94, 5% всего лишь осталось. Нормально. Захватили мы с тобой эту зону. Так. Пять врагов, ребят, подбил я.
И он получает у меня 4 уровень. Так, нам нужно еще по одному. По одному, ребята, врагу еще нужно сделать. Победить. Поэтому горячая зона. Обязательно горячая зона. Горячий душ, горячий плющ и горячая зона. Так. Бул, Нита. Так. А он робот, что ли? А, имею робец, говорит. По-моему, ребят, я щелкнул, нет? Не щелкнул я никого. Что-то у меня так ульта быстро накапливается. Я прям в наглую туда иду. В мышек, ребята, в мышек влупился и все. Что она делает, вот эта вот гадюка? Бросает какую-то жижу, слижу. Да. Интересно, я подбил хоть одного? Фига себе. Я еще MVP. 10. Я говорю, убил хоть одного. Десяток завалил, ребята. Как с куста. Прекрасно. Так, ну что, мы забираем с тобой билетик за... Что там, за 30? 30, 30-й билетик-то у нас. 1000 монет. Вот это я понимаю, ребят, награда. Соточка. Соточка, соточка. Ну, скоро, ребят, мы откроем с вами нового персонажа. А кто мне на открытии стоит? А, ворон. Ворона я поставил на открытие. Да. А по Эшу задание я выполнил? Да, ребят, я и по Эшу задание выполнил. Тут остается у нас что? Выиграть Барли, Нита или Пока плюс Джекис. Вот, кстати, вот эти два задания были бы очень кстати. Вместе с Пока. И тут дуэли, зачистка, броубол. Плюс ограбление. В режиме дуэлей. А у меня нету больше обновлений. Да, я думаю, что в следующей серии, друзья мои, мы с вами пойдем за Пока бомбить. Ну и за Джеки, наверное, еще пройдем. Ну, а на сегодня, ребятушки, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.